истины в эфире, в студии, как всегда, по понедельникам в студии канала ТВ-центр. Андрей Караулов, добрый вечер. ДОСАФ. Была такая организация в советские времена, ДОСАФ. Кто же это не знает, не помнит? Из тех, кто жил в те баснословные года, в кавычках баснословные, конечно. ДОСАФ, что сегодня с этой организацией? Почему ДОСАФ, добровольное содействие армии и флоту, так называлась организация, добровольное содействие армии и флоту. Почему сегодня об этой организации в СМИ, в средствах массовой информации, так мало слов? Что происходит с ДОСАФ на самом деле? С ответа на этот вопрос мы даем слово представителям Министерства обороны Российской Федерации. Мы начинаем сегодняшний разговор. Сначала АСО «Авиахим», потом ДОСАФ, добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. И после преобразования, после 90-х годов, это РОСТО, Всероссийская общественная спортивно-техническая организация, в скобках ДОСААФ, они так и оставили аббревиатуру за собой. Всю жизнь эта организация была общественно-государственной, потому что все имущество, которое давалось им во временное управление, это была федеральная собственность. А все имущество, включая аэродромы, и аэродромы, и самолеты. У нее было от организации очень много всего. Разбазарили имущество? Оно за вот это время пришло в удручающее состояние, включая аэродромы. Мы давали порядка 400 миллионов рублей. Это Министерство обороны, бюджетные деньги. На подготовку специалистов. А сейчас? Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Там осталось некоторое представительство аппарата прикомандирования, порядка 20% военнослужащих. Но, вот, к примеру, сам руководитель РОСТО, нынешний Камышанов, с капитана в этой организации, дослужился до генерала в ней. И когда вопрос стал о том, что необходимо занимать четкую государственную позицию по отношению выполнения заказа Министерства обороны, вот он сказал, что я напишу рапорт, и сделал это. То есть как уволился? И уволился. Но остался работать? И остался работать в организации. Уже как коммерсант? Как коммерсант. Но прежде всего надо сказать, что не существует контроля над имущественным комплексом РОСТО. Происходят непонятные весьма вещи. А это собственность на миллиарды рублей? Безусловно. Включая аэродромы ДОСАФ, бывшие. 3000 единиц авиатехники, 20 тысяч гектаров. Это самолеты учебной, тренировочной авиации. Это авиатехника, которая может быть использована по самому разному варианту предназначения. 3000? Совершенно верно. Это воздушная армия? Ну, фактически даже больше. Мы, согласно уставу, это не коммерческая организация, но она вследствие своей предпринимательской деятельности не все средства, скажем так, мягко скажем, направляет на развитие своих фондов. Которые выделяет Министерство обороны. И в том числе и Министерство обороны, которое выделяет. А суть заказа нашего – это подготовка специалистов по 32 специальностям. В 2005 году это порядка 80 тысяч. Сейчас, вот в этом году, у нас 76 тысяч человек. 76 тысяч сегодня специалистов готовит бывший ДОСААФ? Так точно. А всего дополнительно они готовят. Там и для народного хозяйства водители, и маляры, и штукатуры. Ну, порядка 800 тысяч водителей они готовят для народного хозяйства уже на основании вот своей предпринимательской деятельности. 800 тысяч? Вы не ошиблись в цифрах? Я не ошибся в цифрах. Так это очень богатая коммерческая организация. Которая должна свои средства направлять на развитие фондов, учебно-материальной базы для подготовки молодежи для службы вооруженных сил. А что у них происходит? Они практически являются сейчас монополистом. И их условия таковы. Дальнейшее развитие учебно-материальной базы должно поступать не как передача, допустим, от Министерства обороны, учебной техники, а в виде субсидий. Субсидий, которые будут идти и как бы умножать собственность уже самой организации РОСТО. Вот сейчас нам нужно было подготовить 1800 водителей категории Д на автобусы. РОСТО вышло на конкурс, но потребовало от нас обязательного госзаказа там, и других вопросов, которые, естественно, мы просто по закону уже не могли. То есть вам становится армии выгодно иметь любой другой организации, которая готовит тех же шоферов для автобуса, но только не с ДОСАФом бывшим? Вот в данном случае они взяли 600 на себя водителей категории Д. А остальных водителей, значит, вы не пошли на наши условия, значит, вы их и не получите. Ищите, где хотите. 20 тысяч гектаров земель под аэродромы. Нет, будем торопиться. Самолет должен летать, иначе он разрушится. Конечно. Куда летают сегодня эти самолеты? Кого они возят, кто за это платит? Об этом никому не известно. Мы можем лишь догадываться, каким Только образом... Только наличные деньги, что ли? Государство должно восстановить контроль над имущественным комплексом РОСТО.
А почему так никто прежде не ставил вопрос? Вот это самое удивительное. Вы знаете, десятки тысяч квадратных метров недвижимости, и вопрос ее использования сегодня – это тоже предмет проверки, которая должна проводиться. Каким образом используется эта недвижимость, и каким образом она с одного баланса переходит на баланс совершенно других структур? Вы в Генеральную прокуратуру обращались? Да, мы обращались и туда. Что отвечает бывший ДОСАФ? Дальше будет еще хуже. Мы обойдемся без вашего заказа. Это вот такой ответ Министерства обороны Российской Федерации? Ну, если, допустим, говорить... Догорите вы синим пламенем? Да. Катитесь куда подальше? Официально, конечно, вы же понимаете, его не напишут в документе вот таким образом. Но на словах именно так? На словах именно такая постановка. Когда был назначен нынешний руководитель Камышанов, с ним разговаривал бывший начальник генерального штаба. Ситуацию ему поясняли. У нас сложно становится вопрос подготовки специалистов. Мы переходим на год. Если мы раньше могли смириться с низким качеством и потом у себя на протяжении там, 2,5-3 месяцев доучивать их до подготовки водителей, заниматься, то сейчас у нас на это просто нет времени. То есть Министерство обороны находится в положении, что есть проблема, а тот, кто может эту проблему решить, диктует свои условия. Вот если так задуматься на минуточку, да, о чем на самом деле идет речь. Просто представить себе, что, допустим, маршал Советского Союза Агарков, начальник генерального штаба в советские времена, принимал бы у себя руководителя ДОСАФ, просил бы его помогать армии, а начальник добровольного содействия не услышал бы начальника генерального штаба и, слушайте, ДОСАФ по факту посылает армию. Посылает армию российскую куда подальше. Современная специфика отношений капиталистических делает невыгодный старый советский способ подготовки кадров. Всех. В результате все наши коммерческие структуры начинают искать специалистов на рынке. Мы готовы дать такому специалисту вот такие деньги. Прибегает человек, через 3 месяца ему предлагают еще больше, он убегает. А специалистов становится все меньше и меньше. Бизнес никогда вкладываться в подготовку вот таких кадров не будет. Получая при этом деньги от Министерства обороны по-прежнему. ДОСААФ это только часть. Была система ПТУ, детских садов. Там же все то же самое. Сдается в аренду, колоссальный детский сад, остается 1-2 группы. Миш, если все стало невыгодно, готовить специалистов, детский садик, все стало невыгодно коммерсантам. Быть может, невыгодно уже и жить в такой стране. Это не только у нас. Вся космическая отрасль США строилась на госдотациях, НАСА. Как только стало понятно, что это нерентабельно, государство стало уменьшать, все это стало разваливаться. Сегодняшние Соединенные Штаты Америки с трудом поддерживают статус космической державы. И надо радикально менять модель. И вопрос, почему до сих пор ситуация остается вне поля контрольных органов. Почему во главе организации, которая занимается решением важнейших задач в сфере национальной безопасности, стоит гражданское лицо, а не военный человек? Это вопрос первостепенного интереса. В смысле, генерал вдруг увольняется, становится гражданским бизнесменом, значит, понятно, что есть интерес. Разумеется. Был очень серьезный нажим на меня с угрозами снять с должности. В раю привратники давно уже замки сменили. Точка зрения нашей организации, республиканской, вот, не совпала в данном случае с позицией Центрального Совета. Я на секунду остановлю вас, господин Зарипов. Мы вернемся сейчас к проблеме ДОСААФ в Татарии. Я вот, Михаил, думаю о том, что если государству вдруг как бы становится невыгодно все то, что необходимо людям, детские сады, дома, культура, то, о чем мы рассуждаем сегодня, вы говорите, так во всем мире. Но такая территория, такое население, такое разное население, далеко не в каждой стране мира, согласитесь со мной. ДОСААФ невыгодно, детский садик невыгодно, дома культуры не нужны, просто не нужны. Кружки для детей, хор ветеранов. Мы в марте говорили о судьбе одного из последних домов культуры, в Нижнем Новгороде знаменитый ДК Свердлова. Беда этого особняка, старинного особняка. Именно беда, он в 2 метрах от Кремля, центр города, самый центр города. Дорогое строение, несколько слов об этом и о реакции на наш сюжет. А потом опять о том, что...
что происходит сегодня в обществе добровольного содействия армии и флоту. В раю привратники давно уже замки сменили. В Нижнем Новгороде есть оставшийся один уже из немногих дом культуры имени Свердлова. Он находится в здании бывшего дворянского собрания 1826 года постройки. С 1928 года там размещается рабочий клуб. То есть Дом культуры на протяжении 180 лет не менял своего профиля. В евроремонт, в аду и все в последнем модном стиле. Восточный город. Не так давно облсовпроф, которому принадлежал этот Дом культуры, как имущественный комплекс, продал этот Дом культуры. Продал двум неизвестным фирмам и продал его как бы потихонечку. Это законная сделка. При оценке в 450 миллионов продали за 85. И председатель облсовпрофа на мой вопрос, а что так дешево, ответил, ну с такими обременениями никто брать не хотел Дом культуры. Пришлось продать дешево. Я обратился к губернатору с просьбой защитить интересы 1150 человек, которые пользуются услугами Дома культуры, в основном это дети. Но собственники с новым покупателем, который оказался губернатор, тоже известен, уговорили его на то, что ничего плохого не происходит, профиль Дома культуры будет сохраняться. То есть все кружки сохранятся? Как показывают события, новому собственнику, а он коммерческая организация, это абсолютно деятельность не нужна. И из 3500 квадратных метров Дом культуры сейчас передали в 858. Комеди-клаб научит юных рассуждать о жизни. А люди лишаются места, где можно было посмотреть кино, провести вечер, где можно было посмотреть какую-то выставку, все что угодно. Нам уставы готовят будущее нашей отчизне. Детей на улицу. Детей на улицу, судя по всему, потихоньку. Что после нашей программы изменилось? Ну, на самом деле, мы в Нижегородском региональном отделении действовали как бы еще параллельно. Единая Россия. Да, Единая Россия. И на самом деле я считаю, что сила в партии как раз вот в том, чтобы независимо от того, какого уровня чиновник задействован в каком-либо скандале, да, то, чтобы партия не умолчала. То есть, чтобы было, на секунду, да, нашим зрителям понятно, после программы «Момент истины» с сюжетом, как один из последних на Волге домов культуры. Отнимают новые его хозяева у людей, пытаются... жуткие слова, перепрофилировать Дом культуры, то есть выгнать оттуда все детские кружки, хор ветеранов, знаменитый. После нашей программы возбуждено уголовное дело против руководителя регионального отделения «Единой России» в Нижнем Новгороде, который, как мы и предполагали, мы журналисты, замешан в скандале с продажей домов культуры Нижегородской губернии по заниженной, заведомо заниженной цене. То, что партия не умолчала, а то, что это действительно было обсуждено на президиуме полиции. Это позиция всего отделения «Единой России» в Нижнем. Позиция. То есть весь президиум, включая губернатора, это было после передачи, потому что граждане еще раз внесли обращение. У нас не было открытой позиции нашего секретаря Некрасова Сергея Геннадьевича. То есть мы запросили документы, ну, чтобы посмотреть, действительно проанализировать сначала хотя бы. Но он продавал, его рук дело. Продавал облсовпроф, которым он является. Это доказано. Это однозначно, но это даже не надо доказывать. Если он руководитель, то продавал облсовпроф, и все понятно. Я могу сказать, что все материалы, переданные в управление налоговых преступлений, возбуждено уголовное дело. Некрасова допрашивают. Для меня самое важное то, что когда цена реальное здание 294 миллиона, а продали за 70, соответственно, вот с этой разницы в 220 миллионов не уплачен бюджет. То есть город не получил денег? Все уровни бюджета. Не получен НДС. Позиция «Единой России» очень простая. Значит, независимо от того, о какого уровня партийного функционера идет речь, значит, мы это дело будем доводить до конца. Путину доложили эту ситуацию? Лидер партии в курсе, потому что это первое уголовное дело в России, по которому проходит действующий секретарь регионального отделения партии. Значит, мэр, как бы узнав, когда подробности сделки, за какую цифру было продано это здание, он сказал, что мы с удовольствием купим его в казну города с обязательством сохранить все кружки в ДК «Свердлова». А вот дальше, поскольку у нас капитализм, то те, кто руководит этой конструкцией, то, что они получают дотации, для них совершенно не является препятствием к зарабатыванию денег. И они начинают эту систему использовать для зарабатывания денег, как и другие системы подготовки кадров. Я много могу рассказать, например, почему в нашей стране сегодня не могут повторить результаты оборонки конца 80-х. Изменен, в принципе, только правовой статус, который теперь позволяет иметь определенные льготы по земельному налогообложению
иметь самостоятельную строчку в бюджете. И причина тут понятная. Точка зрения нашей организации республиканской не совпала в данном случае с позицией Центрального совета. И нынешнее руководство Ростов-ДСАФ, ну, я, пожалуй, могу их назвать, это сформировавшаяся внутри организации номенклатура, которая пытается сейчас законопатить все входы-выходы и заниматься исключительно самостоятельно на той собственности, чем они занимались. Да? Забывая при том, что все из них в свое время пришли из вооруженных сил, все они были свежая кровь. В этой связи вот суть конфликта. Руководство хочет остаться у власти. Оно опасается, что с приходом государства, с появлением контроля со стороны государства за расходованием средств, в том числе бюджетных средств, оно потеряет свои возможности их расходовать так, как оно расходует сейчас, бесконтрольно, да? И опасается, что могут потерять какие-то свои места. Вообще говоря, подготовка специалистов массовых, слесарей, инженеров по авиации в том числе, и вообще как бы людей техников, массовых, да, специальностей, они рентабельны исключительно в рамках государственной их подготовки. Бизнес вкладываться в подготовку не будет. Военная техника, которая есть в эксплуатации наших организаций, они уже на грани списания. Эксплуатация идет более 20 лет. И будущего быть не может, потому что поставить эту технику может только государство. ДСАФ дожили, да, не хочет служить армии, потому что хочет заниматься коммерцией. Дома культуры не желают больше служить людям, потому что люди, дети, старики, ветераны. Это не коммерческий проект, и так сегодня на каждом шагу. Примеры разные, мы еще о московском планетарии будем говорить сейчас. Примеры разные, ситуация везде одна и та же. Сколько в России осталось домов культуры? Вы задаете очень сложный вопрос, потому что их, мне кажется, практически не осталось ни одного. Ну, чуть-чуть-то есть в той же Нижегородской области. Мы в первую очередь хотим, чтобы люди, встречая нас на улице, не тыкали нас пальцем и не говорили, что это вот Единая Россия, которая везде говорит, что она радеет за интересы людей, особенно простых. Тем более у нас президент Владимир Владимирович Путин, а сейчас он лидер партии, объявил 2008 годом семьи. И, извините, у нас решением облсовпрофа продали здание и выкинули все кружки на улице. А там занималось более 1000 детей. И мне, как члену президиума, да и просто как нижегородцу, а будет человеку, мне очень неприятно, когда люди на меня смотрят, и они же все задают вопросы. А губернатор контролирует сегодня этот процесс, чтобы детей на улице не выкинули? На сегодняшний день процесс полностью контролируется, независимо от уровня. Человек должен нести ответственность за свои действия, кем не был, тем более секретарем регионального отделения «Единой России». Наверное... Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, если в Тюменской области, да, в поселке Борово, потому что это эксклюзивные заведения. А как же последние, если уже научены горьким опытом, осталось всего ничего. Последние дома культуры, вот наивный вопрос, могут забирать у детей. Ну, что мы удивляемся, когда мы сейчас говорим о детских садиках, нет, да? Точки, или время меняется. А детские садики все равно забираются. Вот мы не удивляемся тому, что Чубайс опять Россию обманул, смею я утверждать. На 27 копеек Саянская ГЭС, проверьте, пожалуйста, рубль стоил киловатт. После приватизации Саянская рубль 27. Самая дешевая вода в мире. 3 копейки себестоимость. Ничего? На 27 копеек. Четверть от суммы за несколько месяцев. Киловатт-час. Никто об этом не говорит. Чубайс почетный пенсионер. Собирается на гастроли в Монголию отдохнуть. На квадроцикле покататься. Пусть катается, как говорится. Поэтому вы найдите районную библиотеку. Это редкость уже. В селе это вообще ее не найдете. А вы найдите районную. Здесь энтузиасты, они еще стоят, держатся, денег им не платят практически, копейки. Они все равно работают, да. А мы говорим, надо молодежь привлекать, надо ее учить. Вообще слышь, Нижнего Новгорода мутит от того, как продавали, за сколько продавали. Мы заинтересованы в качестве партийных рядов. А учитывая то, что Единая Россия в абсолютном большинстве регионов имеет фракции большинства, поэтому работу эту проводим принципиально, а не формально. Для нас крайне важно, кто представляет наши интересы на территории. За 6 лет численность партии увеличилась в 2 раза. Сейчас порядка 2 миллионов членов партии. Естественно, такой активный рост очень важно навести принципиальный порядок. В 2002 году у нас было 200 тысяч, а сегодня это порядка 2 миллионов. И то, что сейчас проходит эта сверка, ревизия, это лишь говорит о том, что мы хотим быть еще сильнее, мы должны соответствовать вызовам 21 века.
То есть мне не все равно. Я активный человек. Я хочу внести свою лепту. Добро пожаловать. Вот такие нам люди нужны. На этот год у нас 2 миллиарда 238 миллионов. На следующий год 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Только на эту подготовку. То просто выбрасывать деньги куда-то в мутную воду, нам нужна гарантированная подготовка специалистов. Вот это уже спрут, который организовался, точнее, споры, которые поражают все общество. Правильно сегодня президент взялся за эту проблему. Правильно. Но я ему могу посочувствовать, ему тяжело придется, потому что во все дырки сам не вмешаешься. Да? Тут опять же надо и менять кадровую политику, чтобы были прокуроры, которые видели гвоздь в стенке. А вот не видят пока. Вот недавно президент сказал, что у него проблемы с губернаторами. Я понимаю, в чем у него эта проблема. Ему же надо назначить чиновника, который работал бы на государство. Да? И ни в коем случае не работал на своих знакомых. А это сложно. Вот мы пришли к такому сегодня состоянию страны, что это Вы сложно. Вы думаете действительно, что это сложно? Что нет людей? Понимаете... Игорь Слюняев пришел в Костромскую область. Первое, что он понял, что вся область, о покойниках плохо не говорят, не будем уточнять, каким чудом, но почти вся область в руках кого? Семьи, одной семьи, не будем говорить, какой. И второе, как Слюняев сегодня в Костромской области работает, я просто диву даюсь. Нет, ну, я хорошо знаю Игоря Слюняева. Вытянет парень. Ради дела делает все. Заставил всех насторожиться Костромской области. Они сейчас к нему присматриваются, да? Для них это уже беда, вот, понимаете? И будут думать, как это, как бы обойти. Правда, мы пытаемся раскопать историю. Московский планетарий, Геннадий Иванович, знаменитый московский планетарий. Еще одна история похлеще, чем ДК Свердлов в Нижнем Новгороде. Ну, юридически он объявлен банкротом. Долг свыше 1,7 миллиарда. Чья это собственность? ОАО «Московский планетарий». Правда, мы пытаемся раскопать, как он вообще был приватизирован, потому что он принадлежал обществу знания. И каким-то образом оказался в собственности этого акционерного общества, причем по иску прокуратуры было принято решение суда о возврате в городскую собственность доли равно 61%. Мы отслеживаем историю планетария, вот начиная где-то с 2002 года. Да? 44 планетария было в Российской Федерации, осталось в живых 8, остальные ушли налево. На 99% это, конечно, приватизация по Чубайсу. Хорошо, что Большой театр не успели приватизировать, да? А вот планетарий приватизировали. Господа, господа, посмотрите, там в роще пробудилась весна. Молодая, да тощая, розовеют берез. Оголенные руки, но кругом еще снег. Ну, в чьих руках конкретно? Кто эти люди? Кто видел себя хозяином московского планетария? Господин Микитасов, который... Кто это такой? Вот не могу сказать, кто он такой, потому что я с ним общался всего один раз по телефону. Он часто комментирует события вокруг планетария в программе «Вести». Он ученый в прошлом, бизнесмен. Он был директором общества знания. Потом стал директором акционерного общества. Ну, то есть бизнесмен? Бизнесмен, да. Никто его за последние года два не видел воочию. Единственное, что он с кем-то общается по телефону. Планетарий закрыт? Планетарий сейчас закрыт, конечно. А надежда пришла, и есть время одуматься, что в беде голова. Ну, он же начал свою реконструкцию, потому что тогда было принято решение, есть два акционера. Один имеет акционер город Москва 61%, а господин Микитасов имеет 39%. Надо планетарий восстановить. Для этого две стороны договорились. Город вкладывает 1,7 миллиарда, а господин Микитасов ничего не сделал. Вообще ничего. Ну, может быть, он что-то сделал, но мы, по крайней мере, не видим следов ни одного документа, ни бухгалтерского, ни налогового учета, сказать, вообще ни документов. Прокуратура заинтересовалась сразу? Он вложил 86 миллионов рублей. Всего? Да. Он обязан был закупить все оборудование, то есть мы должны были сделать строительные работы. Но все. За все эти годы ничего? Ну вот, если говорить, что 86 миллионов рублей, это какая-то сумма, конечно. А город вложил, чтобы было понятно? 1,704 миллиона, там, с копейками. Но эти деньги не украли? Ну вот мы сейчас проверяем. Прокуратура исследует эти материалы, говорят, что они проводят доследственную проверку и примут в ближайшее время решение. Нет, полковник, никто не согласен
нас отступать, отдавайте к атаке. Другое дело, надо понимать, что большие деньги, они сулят и большие неприятности. Рано или поздно, они все равно. Я надеюсь, они примут решение все-таки о возбуждении уголовного дела. Ударят по тому, кто их неправедным путем заработал. Кто на трусость, проворные господа, офицеры, командуйте, бой! Типичные случаи на относительно мелких объектах. Планетарий – это замечательно. Речь-то о другом, не об объектах, а о том, что если человек когда-то был главой общества знания, он схватил планетарий. Я прошу прощения. Глава ДОСАФ, он сегодня уже коммерческая организация. Здесь есть один маленький нюанс. Он был директором. Городского он не был общества. Председателем правления. Директор – это, по сути дела, хозяйствующая должность. Что мы ожидали от него? Что завхоз вдруг станет большим политическим деятелем? Господа офицеры, командуйте, бой, если смерть впереди, так позор со спиной, из чего сыграть? А мы восстанавливаем бухгалтерскую документацию, мы восстанавливаем строительную документацию. Ильич, мне недавно рассказали историю в Питере. Был маятник Фуко в Исаакиевском соборе, знаменитый. И я считал, что он там и есть. Оказывается, нет. Сколько-то лет назад, когда Борис Николаевич посетил Исааки, там была служба, маятник сняли. Церковная служба. Кинули его в подвал, этот маятник, он огромный. И забыли про него. Забыли про него. Я помню этот маятник. 44 планетария осталось, 8. Странная история в Москве. Прокуратура могла бы согласиться со мной, реагировать как-то побыстрее, потому что планетарий – достояние города. Мы можем сегодня сказать, как вам кажется, вот по-человечески, что мы все подвели черту под эту эпоху, когда маятники в подвалах оказывались, когда планетарии превращались в салон для автомобилей, когда прокуроры были глухи и слепы. Вот сегодня мы можем сказать, что все, пришел конец, вот там борьба с коррупцией, о которой говорит Медведев. Очень бы хотелось, чтобы это так было, но я уверен, что мы еще какой-то объект увидим, неожиданно приватизированный, который окажется знаковым. Но я думаю, все-таки другого, более знакового, чем планетарии, мы не найдем. Из чего собирать? Распути все заказаны, не впервой умирать. Умирать мы обязаны. Приемная Камышанова, слушаю. Добрый день, а я бы хотел поговорить с председателем Центрального совета Российской оборонной спортивно-технической организации. Юрий Филиппович, я не на рабочем месте в данный момент. Как найти его? У нас серьезные вопросы к ДОСАФ. Будет через 45 минут. У нас эфир закончится. Вам сейчас перезвонит его заместитель Дранишников Владимир Павлович. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Бой закончен давно. В небе синем колышется. Нельзя вкладывать в ремонт планетария всего лишь 2 миллиона долларов и думать, что это нормально. Нельзя. А можно ли, не вкладывая ни копейки, получать миллиардную собственность? А ведь это из той же самой серии. В передаче приведен пример по планетарию и Дому культуры. Но можно же назвать ведущие предприятия страны, которые вообще без копейки по той же самой схеме оказались в частных руках. Вся собственность профсоюзов. Это сотни первостатейных санаториев, пионерских лагерей. Они сейчас все акционировались. Профсоюзы уже не являются их собственниками. И теперь уже концов не найдешь. Ну, как ты считаешь, когда «Единая Россия» заявляет, что она будет наводить порядок в своих рядах? В Самаре 600 человек из «Единой России» выгнали одним махом. Это все комбанейщина очередная на злобу дня? То, что проводится определенная чистка и провозглашены определенные очень симпатичные лозунги, это хорошо. Я, как обыватель, как вот я рассуждаю, нет ни одного маломальски значимого чиновника на уровне района, который бы не состоял в партии. Поэтому, если мы где-то видим, что власть неэффективна, то, наверное, это в том числе неэффективна и структура партийной власти, куда все эти чиновники входят. А когда мы видим, как растет стоимость киловатт-час? Хотя Чубайс в нашей передаче сколько-то лет назад обещал прямо противоположное, будет рынок, будет конкуренция. Ради этого все и затевается, ради этого все страсти кипят, только ради этого.
для того, чтобы создать реальную конкуренцию, в результате которой цены будут снижаться, вы будете смеяться. И тем не менее. Виктор Васильевич, это то, что не смеялось. Дайте мне короткое интервью по телефону. Насколько в среднем цены по России на киловатт-час выросли после приватизации РАО? Примерно в 4 раза. То есть есть регионы, где в 4 раза? И я не только по тарифам. Я сравнил по всем показателям, как вводятся новые мощности, как снизилась надежность, насколько возросли потери в сетях. И какая картина? Картина получилась так. По всем показателям брошены на 20-30 лет назад, а по целому ряду даже на 50 лет назад, на уровне 47-50 года. Страна созревала. Мы начинали с позиции, когда все против, просто все, губернаторы почти все, олигархи почти все, думцы, фракции почти все, сенаторы почти все, можно еще долго перечислять, а закончили поразительной поддержкой. Можно измерять ее в количестве голосов, можно измерять ее вот в содержании, в том, что реально внесено в Госдуму. И это, может быть, для меня самый главный сигнал качества и успеха. Вот 10 лет, я даже не говорю о реформах, 10 лет, когда вот эта команда менеджеров управляла отраслью. Отброшены на полвека, вы считаете? От 30 до 50 лет по основным показателям. Но это не означает, что мы сумели продавить все то, что вначале считали необходимым. Значит, наоборот, мы сами развились, мы сами уточнили свои представления, мы сами от чего-то отказались, а с чем-то согласились. Но если сегодняшними глазами посмотреть на результат, он правильный, он лучше, чем то, что вносилось вначале. Если бы мы были на уровне показателей 90-го года, то у нас бы сейчас и ограничений мощности не было бы, и мы имели бы средства профинансировать свою программу инвестиционную. Надо сказать, что один показатель, это заработная плата менеджеров, если раньше она отличалась в 4-5 раз в средней, то теперь она отличалась в 70-100 раз. После приватизации? Да. Если государственного контроля нет, менеджер начинает приватизировать прибыль в свою пользу. Вот у нас это и получилось. Чтобы понять, что в России в ближайшее время, при всем нашем желании рыночных отношений, конкуренции не будет, достаточно зайти на любой рынок. Сколько же может стоить киловатт-час в среднем по стране? Рубль 45, рубль 50. Рубль 45. В московском регионе еще выше. В Соединенных Штатах Америки принимается решение, как удержать тарифы. Им удается удерживать. То мы принимаем, как форсировать методом модели рынка тарифы до уровня самой дорогой электростанции. Вот это суть, которую навязали реформаторы. Достаточно зайти на любой рынок. И мы увидим, свою что монополию. Никакого разнообразия цен нет, природных факторов, нет климатических, нет сезонных, на рынке нет. И попробуй какая-нибудь старушка со своим ведром картошки выйти, скажем так, и продавать ее по 10 рублей. Я недавно был в Рязанской области у председателя колхоза, героя соцтруда. Я его спрашиваю, почему вы не сеете картошку? Прекрасные, кстати, земли для картошки. Он говорит, не дают продавать в Москве. Я говорю, ну ведь цены на картошку стали совершенно уже заоблачными. Почему в Рязани нельзя выращивать огромное количество этой картошки и завалить ей Россию, Москву в частности? Да потому что никто не даст продать по сниженным ценам. Инночка, а вот дальше, поскольку у нас капитализм, эта модель, к которой мы присоединились в начале 90-х, она, в принципе, на некоторые вопросы не отвечает. И надо радикально менять модель. В том числе менять модель финансирования и подготовки кадров. Миш, вот интересный разговор. Отвлечемся на секунду, буквально уйдем в сторону. Как вы считаете, ведь одним из первых, кто в России при коммунистах говорил о рынке открыто с трибун на съездах народных депутатов, был академик Федоров. Святослав Николаевич, да. Федоров. Великий русский хирург. Ну, потому что я живу от своего труда. Я живу хорошо. А все остальные живут от милости какого-то комитета по зарплате, по каким-то тарифным ставкам. Я сказал, я не хочу идти в открытое акционерное общество, чтобы половина, 49% того, что я буду добывать здесь, будет какие-то непонятные акционеры забирать. Ну, вы бы хотели приватизировать это? Нет, я не хотел бы приватизировать. Я хочу быть свободным. Я не хочу иметь собственность. Я хочу приватизировать результат своего труда. И я это сделал. Вылеченный больной и оплата – это наше. А вот эти здания, они нам не нужны. Что, мы их в могилу унесем?
У него была специфическая модель. Он был рыночный отличная с точки зрения социализма и отличный от современного все-таки капитализма. Рынок. Вы же знаете, что я с ним был два срока депутатом вместе. Вопрос-то стоит в другом, что мы на базе бывшей советской собственности создали уникальных предпринимателей, которых предпринимателями язык не поворачивается назвать. Это просто халявщики, которые сели на государственную собственность и больше не хотят ничего делать. Я как-то настроен, то ли я, наверное, должен был быть боксером. То есть мне нравится драться, мне нравится преодолевать препятствия. Как выжить в трудной системе. И у вас нет усталости от этой гонки? Мне ведь скоро будет 69 лет, а я чувствую, как будто мне 45 лет. Вот вчера ездил на мотоцикле со скоростью 150 километров. Так сказать, на лошади езжу. А зачем так долго жить? Получать положительные эмоции. Усталость от жизни не накапливается. Усталость от всего того, что вокруг нас. Все равно народ рано или поздно проснется. Я сначала говорил, что я лаю в 2 часа ночи. Сегодня я, наверное, уже лаю где-то в 5 утра. Наступит утро, и люди поймут, что только труд на себя, интенсивный труд, производство классных товаров, только это может сделать человека и богатым, и счастливым. Я испытываю положительные эмоции. Их больше, чем отрицательные. Значит, я счастлив. Ты знаешь, вот сейчас, перед тем, как мы должны открыть клинику на Садово-Самотечной в этом году, которая построена московским правительством, была медицинский центр Святослава Федорова, там мы будем оперировать, 1700 детей вообще бесплатно. Сейчас, вот перед тем, как нам открываться, я очень много пересмотрела материала, вот в трехтомнике, что мы выпустили в прошлом году к 80-летию Славы. Столько предсказал. Ты понимаешь, что вот пророк. Когда иногда журналисты спрашивают, что бы сейчас сказал Святослав Николаевич вот в наше время? Вот читайте книжку, третий... откройте. Ну, просто на все вопросы. На все вопросы. Какой тираж? Да ну, какой это тираж, очень маленький. Ну, это очень маленький тираж. Вот, давай на секунду поставим точку. Итак, пророк, очевидно. Да. Очень маленький тираж, факт. И интерес такого... Не хотят читать. А почему? Не хотят вспоминать. Вы помните, Махатма Ганди шел по деревням и уговаривал индусов не покупать английские товары. Ему все-таки удалось это сделать. Индусы перестали покупать английские товары, и Англия должна была уйти из Индии. Махатма Ганди победил. К счастью, я уже прожил такую большую жизнь, что мне уже ничего не страшно. Когда мне говорят, а вас убьют, я говорю, так я только спасибо скажу своему киллеру, не буду мучиться от какого-нибудь инфаркта, по крайней мере, обеспечено быстрое небытие. Неужели вы действительно ничего не боитесь? Абсолютно. Боюсь только одного, сделать ошибку в процессе операции и принести человеку вред. Вот это я боюсь. Как вы считаете, если бы Федоров принял бы предложение Ельцина и стал бы премьер-министром российского государства, мы в другой стране сегодня живем. Я не сомневаюсь. Но из здравого смысла в этой абсолютно рыночной, я про убеждение Федорова, стране, все было по-другому, здравого смысла было больше. И ДСАФ, и детский сад. Борис Николаевич, мы принимаем их модель. Это была системная логика. Она была неприятна и Федорову, и Рыжову. Но вот эти люди, их там много, она для них была совершенно естественной. Михаил, мои помощники говорят, что то на поводе один из заместителей господина Камышанова в ДСАФ. Хочу пригласить руководителя этой организации в программу. Андрей Викторович, хотя бы вот круг вопросов, чтобы Юрий Филиппович как-то вот... Те вопросы, которые возникли у Министерства обороны к ДСАФ. А у нас у журналистов есть вопросы по аэродрому в Тушино. Угу. Это ведь собственность ДСАФ. Хочу понять, почему там сегодня частные лица строят жилье. Госпожа Роднина Ирина, 500 тысяч квадратных метров жилья. Как такое могло быть? А в уставе записано, что да, на добровольные... В скобках написано ДСАФ. Оборонная спортивно-техническая организация, название правильное. А ДСАФ как расшифровывается? ДСАФ не расшифровывается. А, это просто для красоты. Это аббревиатура, почему аббревиатура. Мы про преемники? Ну вот про эту аббревиатуру, которая для красоты. Вот это, собственно, главный вопрос. Для красоты или для дела? Для страны или для бизнеса? Ну, можно я доложу председателю? Просто да не можно, а нужно, конечно, и ждем вашего решения. Спасибо. Спасибо вам большое. Есть.